Привет, друзья, подписчики мои, что же вы думаете? Вы думаете, арена Тайфун огромная? Нет. Вы думаете, арена Голиаф огромная? Нет. Я нашел для вас новую, друзья мои, арену. Она называется Токсик Риапа. И она настолько огромная и бомбическая, что просто не влазит мне в кадр, друзья. Но перед тем... А, сегодня будут битвы. У меня 4 лаунчера лежат. И сегодня будут битвы с 4 лаунчерами. Но перед тем, как мы начнем наш Бейблейд битву, я хочу вам еще раз напомнить, то, что в Москве 13 апреля, уже завтра, то бишь в субботу, пройдет грандиозный турнир. Там будет больше 500 блейдеров Москвы, и не только с Москвы. Там буду я, Джонни, там будут чертята, будет Федор с канала Ка, Поки Кануки, будет куча бейблейдов, шоу мыльных пузырей, вообще аниматоры, вообще мега-супер, друзья. Ссылка на турнир будет в описании, и да, там будет арена Токсик Риапа, и мы сможем поиграть, посражаться. Также приносите мне подарочки, также вас там ждет мерч от неугомонного блейдера и куча-куча всего интересного. Поэтому, друзья, уже завтра в 11 утра младшая группа начинается. Завтра метро Севастопольская, 11:00. Ссылка на регистрацию в описании. Если вы не получится у вас зарегистрироваться, то можете приезжать просто так, для всех место найдется. Друзья, ну а мы начинаем нашу Beyblade Burst Токсик Риапа. Поверьте мне, чуваки, эта арена действительно огромная. Я максимально поднял камеру, максимально просто. И это просто феноменал. Если, допустим, на арене Голиаф могут играть 4 человека, там какие-то волоски, вон, могут играть 4 человека, здесь может играть до 8 человек. Она, конечно, какая-то грязноватая, но тем не менее. Что ж, давайте сразим, посмотрим, как на ней летает вообще у нас Валькирия. Чё за 3, 2, 1, go shoot! Воу! Да, друзья, это арена для 4 игроков. Вальтрик просто беснуется. Тормози, бро. Сейчас я зак... О, он даже у него закрылки открылись. Ничего себе, полный потенциал. А как же мы запустим здесь Эйса Дрэгона? Посмотрим, насколько это будет феерично. Жух. Вот здесь-то он и раскроет всю свою мощь. Ко мне, ко мне, ко мне, блейдер. Так, все, тормози. Так, друзья, ссылочка в описании, забываем, да? Давайте устроим тогда мега-замес. Будет у нас Эйс Драгон, Крэш Шагнарёк, Хазар Кирбеус и все. И Валькирия. 3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Go shoot. А, не получилось, не получилось, дракона. 4 волчка на ринге, и они у всех, у них своя миссия. Конечно, Рактобор проиграл, ну потому что это такой отчаянный блейд. И Валькирия проиграла, и Кирбиус проиграл, и Аис Дракон занял первое место. Слушайте, друзья, ну мне одному неудобно, но, друзья, прикиньте, какой будет замес восьмером. Да, конечно, большие арены самодельные классные, но это просто wonderful. Так, давайте-ка еще разок. Кирбиус, Валькирия, Дракон, вау, и Рактобор. Друзья, кто уничтожил этого самого-то? Кирбеус, я пропустил нечаянно. Валькирию выбивает. Обалдеть. Я прям хочу на ней поиграть с Джонни или еще с какими-то ребятами. Я пока за кадром, чтобы мне было видно, пока там блейды заканчивают вращаться. Рактобор выиграл. Я забираю дракона, забираю Рактобора и новые 4 бойца на ринге. У нас добавился Сприга на Ахиллес. Фри! Не получилось. Арена просто огромная. 3, 2, 1, go shoot! Go shoot! Go shoot с прайзом! Ахиллес! Я вам говорю, О, Рактобора выбили с ринга. Обалдеть, дракона выбили с ринга. Кто же следующий? О, давайте возьму сейчас Сприган и Немедиса. Проиграл у нас, друзья мои, Ахиллес. Да, на этой арене действительно можно показать всю мощь блейдера. Причем у Спригана открылись ушки его. Но это очень классно, друзья, товарищи. Так. Ах ты. 3, 2, 1, go shoot. Beyblade. Beyblade. Вау! Вау! Да, но мне, конечно, 4 волчка сразу неудобно запускать. А я сейчас, знаете, как буду делать? Буду просто сейчас брать из коробки рандомно и фигачить прямо на арену. Пусть там будет в канале. Поехали. Beyblade. Iron Knight уже на ринге. Сприган. Волтрек от СБ. Блейзер Октавор. Не, не получается у меня. Вперед.
Ахиллес! Чуть! Оу! Ахиллес взорвался, с Феникса слетела рама. Друзья, ну посмотрите, такие арены будут на турнире уже завтра. Поэтому прямо сейчас по ссылке в описании регистрируйтесь. Завтра мы с вами встретимся, пофоткаемся, поиграем. Слушайте, ну это просто фантастика. Я на самом деле не ожидал, что эта арена будет такой хайповой. Ну типа, йоу, она здоровая, да? Вау, уничтожили Блейзера Ктавора. Я впервые такое вижу, обалдеть. Кэтот, чё Зет Валькирия проигрывает бой? Дальше, Сприган Реквием и Эйса Драгон. Теперь запускаем Айрон Найта. Теперь запускаем Гринтвин, Немезиса. Эйс Драгон проигрывает, Сприган еще держится. Падает у меня из рук Эйс Драгон. Сложно комментировать и запускать сразу одновременно блейды. Вау, выбивание с ринга для Айрон Найта. Кто это был, пишите в комментариях. Я не могу следить за всем боем. Так, дальше. 3, 2, 1, Валькирия. Да, смотрите, как она проявляет свою мощь. Эйс Драгон выбивает с ринга. Возвращается, нападает. Вау! И он, как бы, видите, одновременно троих. То есть они даже в центре поля не играют. Они вращаются по всему рингу, друзья. Это просто феноменально. Iron Knight проигрывает бой. Да, Toxic Riapa показала себя очень достойно. И вы знаете, у Такара Томи есть стадион Beyblade. Вау, вылетает, выбивает Ace Dragon. Это прям реально Royal Rumble какой-то. Но это сделать, ребят, очень сложно. Физически мне так снимать сложно и говорить, и играть. И вообще происходит вакханалия. Проигрывает дракон, кто-то его забил. Валькирия. Ну, смотрите, выносливые блейды, на ней вращаются, очень чувствуют себя хорошо. И у нас всего была пара взрывных финишей. Фух, упал у меня Сприган. Оу, взрывается Твингрин Немезис. И остается только Ace Dragon. Красавчик Ace Dragon. А друзья, сейчас я для вас буду спойлерить. У меня есть тут слэш Валькирия. И это будет спойлер сегодняшнему вечеру. Итак, слэш Валькирия против Ace Dragon. Ну не впервые, но для вас впервые. 3, 2, 1, go shoot! На арене Toxic Riapa. Так, интернет-магазины, кто меня сейчас смотрит? Чуваки, это мое название, кто украдет, накажу. Эйса Драгона нападает на Слэш Валькири. Все, это был экспромт, это был такой для вас спойлера. Продолжаем дальше наши неугомонные битвы. Чё за Сприган против Эйса Драгона? Бейблейд, Бёрст. Заполнен зал, здесь ежедневно. Приходи на турнир, бро, 13 апреля, уже завтра в Москве в 11 утра, метро Севастопольская. Ссылка на группу регистрации в описании, там буду я, Джонни Чертята, куча всего. А у нас Чо Зет Сприган проигрывает битву. И я проигрываю еще и Сприган Реквием, обалдеть. Иди дерись, слабак, 2 Спригана на арене, я из Драгон занял какую-то секретную позицию. Тормозну-ка сама из Драгона, запущу-ка я, пожалуй, его, вжух, еще разок. И Феникс запускается без рамы впервые на канале Бейзон. Обзоры Бейблейда. Да, бро, не забудь подписаться на канал, поставить лайкос, написать крутой комментарий. 3, 2, 1, 3, 2, 1, go shoot, Бейблейд Бёрст. Возвращение на ринг Спригана Реквиема, чё зет. И Эйса Драгона. Вау! А Феникс только что раскрутился. Эйс Драгон наказал Реквиема. Что происходит? Вау! Чё за Сприган вылетает за пределы ринга? Обалдеть! И падает почему-то. Фух, друзья. Чё-то я устал на этой арене, но столько боев одновременно проводить, поэтому любуйтесь, как-то вращается Чё за Сприган. А пока вращается Чё за Сприган, друзья, подписывайтесь на канал. От вашей активности зависит количество роликов на канале. Ставьте лайки, пишите классные комментарии, какая битва вам понравилась сегодня больше всего. Не забывайте, то, что турнир будет завтра, ссылка в описании. Вот, вечером будет обзор на крутейшую Слэша Валькириуся! Это будет очень классный обзор. Кстати, да, друзья, он будет на премьере стоять, поэтому там будет чат, можете передать мне приветы. К сожалению, я вам опять привет не смогу.
А вот, друзья, ну что ж, всем удачи, всем пока-пока, скоро будут новые ролики, подписывайтесь на канал, ставьте луксы, подписывайте всех, бабушку, дедушку, маму, папу, я посмотрел по аналитике, вы не все подписаны на канал, я знаю, что вы можете подписываться еще больше. Друзья, наш корабль Бейзон движется к 1 000 000 подписчиков, и мы это сделаем только вместе с своей поддержкой. Бро, дай пятюню, красава, все, бро, подписывайся на канал, ставь луксы, переходи по ссылке в описании на турнир, все, всем удачи, пока-пока, скоро увидимся завтра на турнире, друзья, будет круто, приходите.